Всем здорово, а сейчас быстренько, как проверить текущую форсунку. Ну, там уже видно, что она капает. Есть у меня вот такой миниатюрный стендик с баллоном, с жидкостью, с форсунками. На нем проверяю, когда есть время, сейчас же нет времени. Вот. Но в BMW на 16 я сделал все так удобно, что у меня есть реле, которое можно вскрыть и предварительно подать давление с насоса. Вот я его подаю, и мы сразу видим, что у нас четвертый цилиндр просто льет. Это холодные пуски, очень трудные, и все в таком духе. Потому что я пришел, нажал на сброс давления с рампы, а там пусто. То есть зимой в минус 20 уже нереально завестись, потому что поршневая сырая, и все в этом духе. Пользуйтесь, ребята.